находитесь на выставке «Miraclis». Это такой неологизм, который обозначает такое бесчудесное пространство. Проект исследует мифологию и ритуалы Нового года. Мы хотели на этой выставке поразмышлять о том, что же с нами происходит в последние дни декабря, почему мы чувствуем, как будто бы мы должны этому празднику, почему наша подготовка часто заканчивается и оборачивается какой-то истерией и страхом, что чудо все-таки не произойдет. Для этой выставки мы собрали в стенах нашей галереи художников, которые представлены на нашей онлайн-площадке DD Gallery Store, чтобы перенести их из онлайн-пространства в офлайн. Мы постарались выбрать те произведения, в которых отражено вот это вот мучительное ожидание какого-то чуда, счастья, результата вот этих всех ритуальных приготовлений. Здесь представлены графические серии Виктории Бодровой о какой-то отстраненности и даже одиночестве во время праздника, хороводов, семейных каких-то застолий. Есть керамика потрясающей Вай Зверевой, которая немножко демонизирует всех этих невинных снеговиков и снежков. Есть очень инфантильные и радостные снеговики из папье-маше Алины Лутаевой, которая в то же время создает надпись «Чудеса пугают и происходят», какой-то неизбежности наступления и прохождения этого праздника и, соответственно, неизбежности нашего перерождения и свидетельствования счастливых все-таки событий и изменений. Эта выставка проникнута таким настроением ностальгии, желанием найти себя, как-то осознать, подвести итоги. Здесь есть очень чувственная работа Анастасии Жихарцевой, которая сделала такой коллаж про всех тех, кто был близок ей в ушедшем году. Есть также целая серия керамическая от Катерины Алимовой, которая задумывается о том, откуда вообще пошла вся эта традиция. Она специально поехала в деревню, чтобы собрать артефакты, уже пришедший в упадок деревянной усадьбы, залила их глиной и глазурью, чтобы потом сами артефакты сгорели, оставив только свой след или тень. Приглашаем вас на выставку до 30 января, самим поразмышлять о том, что для вас значит этот праздник, не паниковать и радоваться всему тому, что вас ждет в следующем году. Thank you.